Готовлю к работе манипуляционный столик, выставляю необходимое оснащение, а именно раствор инфузиона во флаконе, система инфузионная, стерильные ватные шарики, антисептик, химическое средство для дезинфекции, средство индивидуальной защиты, перчатки, маску, защитный экран, рибачки, фартук на рукавнике. Сверила с листом назначения, название и дозу лекарственного средства во флаконе. Проверила срок годности, целостность упаковки и прозрачность раствора. Также проверяю срок годности и целостность упаковок со стерильным перевязочным материалом и инструментарием. Провела гигиеническую антисептику рук, надела средства индивидуальной защиты. Маску, защитный экран, фартук на рукавнике. Открываю упаковку целиком. Беру жарик правой рукой. Смачиваю гигиеническим средством. Беру левой рукой флакон и обрабатываю шариком колпачок и верхнюю часть флакона, верхнюю треть флакона. Шарик помещаем в контейнер ИМР, обход замененной кровью либо другими биологическими жидкостями, не обеззараженная. Далее беру, вскрываю центральную часть колпачка с использованием ножа ампульного, так как колпачок пластиковый, вскрываю его рукой. Колпачок помещаю в контейнер ИМР пластмасса. Беру правой рукой парный шарик, смачиваю его средством экстренной дезинфекции. Преобрабатываю резиновую часть флакона. Шарик вбрасываю в контейнер ИМР. Беру левой рукой со столика манипуляционного упаковку системы. Вскрываю упаковку. Беру систему правой рукой. Контейнер, твердые бытовые отходы. Далее расправить систему обеими руками. Взять пальцами левой руки коннектор системы, пальцами правой руки капельную камеру системы. Закрепить первым и вторым пальцами правой руки иглу инъекционную на коннекторе системы. Расположить инъекционную муфту системы между вторым и третьим пальцами левой руки, удерживая трубку системы третьим, четвертым и пятым пальцами левой руки. Далее снять первым и вторым пальцами левой руки колпачок с пластиковой иглы. Поместить колпачок на манипуляционный столик. Придерживая первым и вторым пальцами левой руки флакон с раствором инфузионным, правой рукой проколоть пластиковой иглой резиновую пробку флакона и ввести его в флакон на всю длину. Закрыть правой рукой роликовый зажим на системе. Переворачиваю флакон дном вверх и закрепляю его на скотине. Открываю правой рукой воздушный клапан системы. Заполняю систему раствором инфузионным до появления капли раствора в наследии иглы инъекционной. Закрываю правой рукой роликовый зажим на системе. Убеждаюсь визуально, что отсутствует воздух в трубке. Воздух отсутствует. Помещаю заполненную систему на штатив. При необходимости ввести лекарственное средство в инфузионный раствор. Сняла фартук на рукавнике, защитный экран, либо при использовании защитных очков, защитные очки. Сняла маску, далее перчатки рабочей поверхностью внутрь, поместила их в контейнер отходы загрязненной кровью, либо другими биологическими жидкостями, не обеззараженные. Провела гигиеническую антисептику рук,